Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вы говорите о тревожности своей. Говорите о том, что трех тревожности по мелочам. Ну, смотрите, что такое тревога? Тревога вообще это игнорирование определенных желаний. Невыполнение их, не реализация их, обесценивание их порой, забивание на, ну, на них порой, на, я имею в виду, на, ну, на эти самые желания ваши. Вот, и так, так далее, то есть, это вот, по сути, момент, такой, такой, ну, достаточно важный момент, здесь, вот, и, значит, в первую очередь нужно понять вам, что конкретно вам хочется в чувстве тревоги. Понимаете? Вот. Если там чувство, допустим, ну, приходит на ум, там, например, защищенности хочется, там что-то еще, хочется и так далее, то мне кажется, что нужно понять, что вам нужно вообще в этой ситуации. Вот. Потому что тревога сама по себе это хорошо. Избавляться от тревоги ну, не нужно, потому что она помогает вам увидеть, что что-то не в порядке у вас. Она помогает вам увидеть, что что-то у вас ну, нехорошо. Она помогает увидеть, что что-то вас, ну, парит, что-то вас, ну, беспокоит, что-то вас, ну, напрягает, что-то вам, что-то притягивает на себя внимание. Вот. И раз внимание на себя что-то притягивает, значит, на это как минимум, нельзя не обращать свое внимание. Потому что это важно. Если вот ну, если вы если вы чувствуете вот этот момент. Да, если вы его ощущаете как-то. Вот. Понимаете? Вы же, как мне кажется, вы пытаетесь это как-то вот убрать, вы пытаетесь это как-то вот в себе подавить, вот, и вообще считаете, вероятно, что это плохо, ну, я имею в виду. То, что вот вы чувствуете, да, что вы тревожитесь, это плохо, потому что тревожиться вы не должны. Нет, на самом деле, тревога это нормально. На самом деле тревога это абсолютно нормально, это абсолютно естественное состояние для человека. И, ну, я могу сказать, что вот скорее ненормально это не чувствовать, ненормально это не ощущать. Вот. Это да, это правда. Потому что это очень, ну, очень по-человечески, очень такое вот, я бы сказал, это очень человеческое чувство, я бы сказал, это очень, очень по-человечески, вот, ощущать такое.
Не подавлять, да? Ощущать. Очень-очень это по-человечески, как мне кажется. А вы пытаетесь себе это убрать. Ну, может быть, я, конечно, условно говоря, ну, знаю, с чем это связано. А я, может быть, я знаю, с чем это связано. Вот. Может быть, это связано с тем, что вы боитесь признать себя настоящую. Вот. Ну, это вариант. Это неплохой вариант. Но это, опять же, бегство от себя самой, Ольга. И мне кажется, что в этом вы проиграете. Ну, потому что нежелание себя знать, оно ведет только к обманыванию, к предательству, вот, и так далее. Вот. Поэтому ситуация, когда у вас возникает тревога, необходимо разбирать ваши чувства и желания выявлять и учиться и с ними взаимодействовать, учиться с ними обращаться, учиться их выражать. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи!